И сегодня в мэрии сообщили, что с паводком борются круглосуточно. Такое поручение глава города дал департаменту городского хозяйства. Ежесуточно, в ночную и дневную смены, в общей сложности работает около 350 единиц специальной техники. Это практически весь имеющийся в распоряжении муниципалитета парк машин и механизмов. За минувшие сутки в мэрию поступило 29 новых жалоб в подтоплении.